То есть ты это я через 30 лет? Не веришь своим глазам? Слишком странно. Не таким я себя представлял. Ты же знаешь, что будет дальше. Ты уже делал это. В молодости. Я не хочу говорить о перемещениях во времени. Мы оба знаем, как все закончится. Так что сделай то, что положено старику. Сдохни. Вытащи свою крохотную пушку из трусов и прикончи меня, сынок. В будущем путешествия во времени запрещены законом, и потому используется тайна лишь крупными преступными организациями. Если нужно убрать человека и стереть все следы его существования, используют специальных киллеров, вроде меня. Нас называют стиратели. Ты стиратель? Это моя работа. Правило одно – не дать цели сбежать. Даже если цель – это ты. Дела плохи. Босс будет искать меня, пока не найдет. Прочешите улицы, найдите его. Я все исправлю! Я найду его и убью! Завалите обоих, пока они на свободе, с каждой секундой ситуация ухудшается. Что он собирается делать? Я спасу тебе жизнь. Мою жизнь? А может, свою? Я знаю, что ты не лжешь, когда говоришь, что убьешь его. Какой-то страшный сон. Это и ложь. В фильме Райана Джонса. Бояться только себя. Прости. О, Господи! Петля времени.